Мать дочери перед свадьбой говорит: «Доченька, никогда не раскрывайся полностью перед мужем. В тебе должна быть изюминка, загадка, можно сказать, секрет». Дочка: «Ну, например, полностью не обнажайся. На тебе должно хоть что-нибудь остаться. Мужчину это привлекает». Через неделю звонит зять тёщи и говорит: «Мама, у вас в семье с психикой, у всех все было нормально». «Да? А что?» «Да ничего страшного, просто ваша дочка уже неделю в постель в шапке ложится». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.